Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен основным событиям прошлой недели. Отчасти уже на сегодняшнем брифинге мы еще раз пробежались по самым интересным из них, но надеюсь, нам есть еще о чем поговорить, даже не то чтобы надеюсь, абсолютно уверен, тем более, что будучи фундаменталистами, мы с вами понимаем, насколько важно оценивать именно преемственность фундаментального картины и искать, опять же, ответы на то, что может произойти с теми или иными инструментами, которые попадают, опять же, в поле нашего зрения, являются частью нашей каждодневной спекулятивной деятельности, оценивать фундамент, искать вот эти катализаторы новостные и стараться прогнозировать те или иные изменения. Прошу прощения за голос, немного приболел, надеюсь, то, что в ближайшие дни смогу восстановиться, но все равно суть дела не меняет, говорить могу, поэтому давайте не будем терять времени, пробежимся по основным отчетам. Я думаю, что те, кто хотел уже присоединиться в сборе, те, кто не смог, опять же, по причине не совсем подходящего времени, посмотрит уже запись, не проблема. Актуален вебинар будет на протяжении всей недели, поскольку мы с вами не только разбираем события прошлой недели, но и смотрим на то, что у нас впереди, опять же, на грядущие 5 полноценных торговых сессий. Ну, осталось уже, собственно говоря, 4. И самые важные события у нас уходят, как и всегда, на конец недели, чего стоит только одно заседание Европейского центрального банка, которая, как мы рассчитываем, станет хоть какой-то конкретикой для перспективы денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и для понимания того, что будет с евро. Ищем мы долго ответы на эти вопросы, поскольку знаем, что основным камнем преткновения сейчас для трейдеров является, будет ли ЕЦБ сворачивать программу количественного смягчения, либо нет. Я полагаю, надеюсь вместе с вами, то, что в этот раз Драги проявит больше решительности и уже перестанет отмалчиваться, собственно, как это делал в последнее время, поскольку рынку, когда евро находится на отметке 1.20, безусловно, нужна конкретика. Эта конкретика в прямом смысле жизненно необходима, потому что если сейчас Драги снова промедлит, то курс европейского валюты против доллара может улететь выше отметки 1.20 со всеми вытекающими последствиями для показателей конкретной способности, для показателей торгового баланса, активности в промышленном секторе и так далее. То есть, если разбирать отдельно Германию, да и, наверное, всю еврозону по показателям производственной активности, это такие влиятельные, скажем, факторы, компоненты экономического роста. То есть, если слабость будет зафиксирована в них, то и экономическое восстановление тоже будет находиться под давлением. Вот почему, друзья, в долгосрочной перспективе я уже давно вам предлагал ставить на снижение евро. Мы спекулировали на этом фундаменте, стараясь найти больше поддержки в статистике. Мы следили за каждым более-менее интересным заявлением со стороны представителя Европейского центрального банка. Пытались даже кое-где преувеличить, может быть, эту реакцию, делая акцент на то, что вроде бы как уже очевидно все касательно сохранения мягкой экономической политики. Но рынок нам показывает то, что на нем достаточно еще и покупателей, которые очень неплохо чувствуют себя и готовы, опять же, такой же фундамент, как и мы с вами, использовать, но только уже не для снижения евро, а для роста. Но как ни крути, макроэкономические барьеры мощные, они вырисовываются сейчас все отчетливее и отчетливее. Сейчас уже сам Европейский центральный банк не через прямые заявления Марио Драги, а через отдельных представителей указывает на то, что их тоже начинает беспокоить слишком высокий обменный курс евро. Я думаю, что это уже самые настоящие предварительные звонки, которые должны выступить для нас сигналом, а не пора были развернуться. Надеюсь, что для тех, кто покупал евро, все-таки даже вам сейчас уже стало настолько боязно находиться в длинных позициях, что вы предпочли не испытывать уже судьбу и не пытать удачу. Уже развернулись и ищите, когда же ускорится вот эта коррекционная динамика. Если все пойдет, как мы с вами предполагали ранее, то текущая торговая сессия четверга, предстоящего четверга, может стать для нас идеей, может стать для нас хорошим, стоящим фундаментом, чтобы
неплохо продать евро и, соответственно, продавить этот актив против доллара ниже отметки 1.1850, в идеале бы даже забраться еще ниже. В целом, друзья, говоря про прошлую неделю, стоит отметить то, что мы рассчитывали на рост волатильности, безусловно, поскольку понимали, что новостной фон по отчетам, который у нас был, но не может быть для рынка проигнорированным. Но лично я не рассчитывал то, что волатильность окажется даже более интересной, чем по факту выступления представителей ФРС и Европейского центрального банка, в данном случае руководителей Джексон Холли. Вы помните, что у меня неделями ранее для нас это было ключевым фундаментом. Сейчас мы переключились снова на статистику, но опять же текущая торговая сессия указывает на то, что прежде нам нужно миновать еще и геополитику. Тогда будет возможность цепляться за макроэкономический фон. Что интересного у нас было? В частности, первые две торговые сессии, несмотря на то, что каких-либо суперкрутых фундаментальных событий на рынке обозначено не было, мы наблюдали очень интересную динамику. В частности, доллар японская иена коснулся 4-месячного минимума на уровне 108.32, отреагировав на сообщение о том, что Северная Корея провела пуск ракеты, прошедшей над севером Японии. Это самое настоящее провокационное действие, о котором мы говорили, провокационное действие, которое тут же оказалось основной центральной новостью для обсуждения, поскольку тут же повысился спрос на защитные инструменты. Отыгрывая любые движения, интересные события по доллару в паре доллар-японская иена, мы должны мириться с тем фактом, что наше представление о росте доллара будет реализовано только после того, как нам удастся уже в меньшем ключе говорить о таких форс-мажорных событиях, как вот инцидент в Северной Корее касательно пуска баллистических ракет. Как вы знаете, в это воскресенье был еще более крутой случай. Это ядерные испытания, которые сегодня на азиатской сессии стали причиной открытия с гэпом большинства финансовых активов, но особенно в конкуренции с защитой. В данном случае доллар японская иена обвалилась с открытия с первой минуты торгов и, в принципе, до сих пор находится под давлением. Пока рынок не успокоится, не уберет, собственно, фундамент на второй или даже третий план, мы не сможем снова переключить свое внимание на статистике. Но, надеюсь, как и на прошлой неделе, это произойдет очень быстро, ну, чуть ли не в самые ближайшие дни. И надеюсь, то, что у нас ближе к концу этой недели будет возможность снова сфокусироваться на отчетах, которые по значимости, да, не такие крутые, как на прошлой неделе по доллару, но все равно несколько отчетов, они заслуживают внимания, отчетов, которые могут снова повысить вероятность изменения монетарной политики хотя бы раз до конца 2017 года. Почему растет спрос на защиту? Я думаю, что для наиболее внимательных из вас этот вопрос не вызывает никаких трудностей в плане ответа. Вы знаете то, что японская валюта в данном случае растет, потому что Япония – это традиционный ведущий коридор, пожалуй, в страновом масштабе, в мировой экономике. И если они кредитуют, собственно, прочие регионы, когда возникают какие-либо форс-мажоры, кризисные явления, есть предположение о том, что инвесторы, которые кредитуют, опять же, в том числе и другие государства, начинают успешно репатриировать эти капиталы обратно в страну. Вот этот переток и движение средств и является причиной сначала ослабления, потом уже и укрепления национальной валюты. Это правило отрабатывает себя на 100%. Если, скажем, в те моменты, когда торги не актуальны, не ведутся, ну, выходные дни, вы понимаете, что произошло что-то форс-мажорное, ну, то ли террористический акт какой-то, то ли вот ситуация, которая по-прежнему является центровой в обсуждении того, что же делает Северная Корея, то пуск ракет, то начало подготовки к войне с Соединенными Штатами Америки, вот теперь еще и ядерные испытания. Это, конечно же, тот самый фундамент, который уже на выходных, когда торги еще не начались, должны говорить вам о том, что в понедельник с открытием торгов придется смириться с тем фактом, что сначала будут активно расти защитные активы. Вот как раз на этой неделе, собственно, это и произошло. Помимо роста японской валюты, мы видели и рост франка, мы видели и рост доллара на прошлой неделе. Локальный хай, который также был зафиксирован в первой торговой сессии, 1325 долларов за тройскую унцию. Сейчас мы видели уже и выше 1330 долларов за тройскую унцию. Пока рынок не выдохнет и не сможет, как я уже отметил, убрать тему и вообще Северную Корею как основной источник вот этих плохих новостей,
из поля зрения, к сожалению, золото так и будет пользоваться спросом, так же, как и франк, и японская валюта. Европейская валюта, будучи рисковым активом, казалось бы, если евро олицетворяет, по сути, риск, значит, на фоне повышенного спроса на защиту евро должен терять больше всех, поскольку, в отличие от защитных активов, евро относит себя и относится к другой категории финансовых инструментов. Но в отношении евро ситуация довольно интересная, особенно из-за крайне низких процентных ставок. Евро используют в качестве валюты фондирования, то есть через заемные средства, через низкие процентные ставки, перекредитованные на других рынках. Но первоначально это провоцирует большой спрос на евро, поэтому европейская валюта каждый раз, когда у нас появляется японская валюта, тоже растет. Вот и в начале прошлой недели мы видели пробой сопротивления 1.20, и сам факт теста этого уровня, потом ретеста, там несколько раз он даже был, тут же для фундаменталистов позволил обозначить вопрос, который волнует, в общем, до сих пор, поскольку мы недалеко уже от 1.20. Где же вот этот порог выносливости, терпимости в Драги, или болевой порог, как угодно назвать, когда Драги все-таки решится высказаться о том, что сейчас происходит, и несколько поумерить вот эти ожидания трейдеров того, что политика Европейского центрального банка должна быть более жесткой. Раньше для этого событий особо не было. Ну, разве что выступление в Джексон-Холле, хотя мы помним, что там не так уж и обошлось без мягких комментариев. Драги говорил и про программу количественного смягчения, говорил про то, что эти экономические стимулы необходимы, по-прежнему для экономики говорил о том, что без них, собственно, еврозона не справится. Поэтому подтвердил обоснованность сохранения и программы количественного смягчения, и факта низких процентных ставок. Но это были лишь ответы на вопросы, то есть Драги мог извернуться и, скажем, между строк не так очевидно делать на это акцент. Видимо, потому что хотел сам посмотреть за развитием событий, видимо, потому что верил в то, что американская валюта через различные механизмы сама сможет скорректировать курс евро. Но этого не происходит, поэтому сейчас ждать уже больше нет времени, нет возможности. Думаю, что это понимает и сам Драги, поэтому в этот четверг без прямых угроз, опять же, в адрес тех трейдеров, которые тащат евро вверх, не обойдется. Не хочу, чтобы это были чрезмерные ожидания, опять же, избыточные, не хочу накаркать, но я думаю, что это самый верный расчет, который сейчас стоит строить, поскольку, ну, иначе, наверное, и быть не может. Если Драги в ходе своего выступления в четверг допустит еще больше рост евро, ну, друзья, тогда вообще не было смысла в программе количественного смягчения, потому что эта программа не привела к росту индекса потребительских цен до тех уровней, которые планировалось достигнуть, 2%. А если параллельно с текущей ситуацией сейчас допускать еще и рост обменного курса, тогда можно сказать, что ситуация с индексом потребительских цен еще больше ухудшится. То есть индекс инфляции, инфляционных показателей продолжит снижаться и окажется уже гораздо ниже планки 1.5%, то есть очень далеко от цели 2%. Может быть, снова я пытаюсь, опять же, выдать желаемое за действительное, но стараюсь, опять же, оценивая фундамент, делать правильные выводы. Надеюсь, то, что многие из вас разделяют такую же позицию, потому что это правильно, друзья, это то, что необходимо сейчас делать, если вас интересуют долгосрочные цели, а не первоначальная реакция трейдеров на тот или иной фундамент. Мы с вами прежде долгосрочные фундаменталисты и должны сейчас видеть в текущей ситуации с евро против доллара возможности для снижения этого дуэта активов. Фунт тоже был довольно волатильным инструментом на прошлой неделе, каковым остается и сейчас. Мы видим, как пара движется вроде 1.30, но все равно понимаем, что вероятность закрепления выше крайне низка, потому что очень много негатива сейчас характерно для британской валюты. Можно начинать негативить от ожидания по росту процентных ставок, потом, переходя к более скромным ожиданиям по экономическому росту, подкреплять результат ожиданиями роста инфляции и уже в качестве точки, вот, перечня всех тех факторов, из которых фунт должен слабеть, добавлять еще и политическую картину со всеми утекающими шероховатостями, подводными камнями, барьерами, которые имеют место быть сейчас на пути переговорческого процесса по Брекситу.
Я хочу отметить прошлый комментарий Юнкера об отсутствии сдвижек в переговорах, которые были усилены еще высказываниями тоже представителя Еврогруппы в прошлую пятницу о том, что до сих пор не решили вопрос о том, сколько же Англия все же решит перевести Еврогруппе как исполнение своих якобы невыполненных фискальных и налоговых обязательств. Это меня тоже интересует этот вопрос, поскольку я понимаю, что, наверное, какой бы суммы сейчас ни была, она в любом случае не устроит Еврогруппу. При этом любые дополнительные требования со стороны Европейской комиссии, со стороны Европейского Союза будут тут же параллельно в штыки восприняты и Тереза Мэй. Тем более, что промышленники также уже явно пытаются донести позицию о том, что нужно прежде всего исходить сейчас из интересов Англии, поскольку Англия априори в более уязвимом положении. Если сейчас прогнуть, то придется изначально идти на заведомо не самые выгодные условия, если уж не сказать крайне выгодные условия для производителей Англии. Поэтому, друзья, второй тур переговоров минует вот буквально сегодня-завтра, точнее третий тур. И уже можно сказать, что он такой же безрезультатный, как и первые два. Готовимся к четвертому, готовимся к еще большим волнениям и оставим на то, что фунт будет параллельно с этими волнениями отыгрывать всю динамику правильных ключей, снижаться и все-таки не уйдет выше сопротивления 1.30, а будет напротив смещаться в район поддержки 1.28. Нефть традиционно на неделе начала со снижения. В этот раз скепсис был связан с рыночными опасениями по поводу того, что ураган Харви приведет к перебою в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих заводов. До сих пор эта тема остается основополагающей. Мы сегодня на брифинге также говорили про то, что именно от нее стоит исходить и дальше, поскольку нет официальной оценки последствий и экономического ущерба, собственно, этого урагана. Но думаю, что в ближайшие дни эта оценка будет дана. А сейчас вопрос, который волнует нефтетрейдеров, это сколько времени потребуется пострадавшим нефтеперерабатывающим заводам на то, чтобы решить проблемы с инфраструктурой. Считается, что на это могут уйти недели. Но, с другой стороны, позитив, опять же, который имел место быть в пятницу, он базировался на том, что были сообщения отряда НПЗ о том, что времени потребуется меньше на устранение всех этих проблем. Поэтому, собственно, в ближайшее время, в ближайшие дни, недели удастся вернуть и снова задействовать все производственные мощности. Но это тоже лишь разговоры, друзья. У нас пока что факт заключается в том, что НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, были выведены из строя. Это 100%, как минимум 20% всех мощностей, которые представлены в Мексиканском заливе. А больше недели они не функционировали, а значит, это должно было привести к росту запасов. Поэтому в эту среду внимание должно быть крайне повышено к статистике от администрации энергетической информации, потому что это как раз те самые данные, которые могут подтвердить верность наших с вами расчетов. Если запасы нефти вырастут, во-первых, будет сломлена тенденция снижения запасов, которая уже наблюдалась на протяжении последних 8-9 недель. Но, во-вторых, рост запасов позволит нам говорить о том, что последствия Харви были исключительно разрушительными для объема нефтепереработки, а не для нефтедобычи, который не пострадал. И в этом, собственно, можно будет видеть еще одну причину для снижения цен на черное золото. Мы сейчас находимся на границе верхней границы канала консолидации, 50-52 доллара за баррель. Пока что держимся ниже этой планки. Следим за отчетами, за статистикой. Как вы помните, из-за того, что день труда сегодня в Соединенных Штатах Америки, отчеты едут ровно на сутки, поэтому у нас статистика от администрации аналитической информации будет не в среду, а в четверг. Придется подождать. И до этого времени я на ежедневных брифингах буду рассказывать вам о каких-то новостях, либо дополнительном фундаменте по рынку черного золота. Но, как всегда, нам удается найти больше негатива не потому, что мы продаем нефть, а потому что на рынке действительно негатива больше, чем позитива. И если рынок нефти сейчас растет, это не значит то, что формируется новая восходящая тенденция.
Есть, признаюсь, краткосрочный риск того, что котировки нефти могут показать еще больше восстановления. Риск связан с зарождающимся новым тропическим штормом. Его уже окрестили, по-моему, Ирма. Пока что нет подтверждений о том, что он может перерасти в полноценный ураган 3-го или 4-го уровня, как было с Харви. Поэтому мы будем следить за тем, набирает ли он силу, либо напротив, не останется столь разрушительным, как Харви, либо, не дай бог, более, скажем, стихийные ураганы, которые случались, в том числе и в Мексиканском заливе. Если ситуация окажется в более негативном ключе, то есть все-таки этот ураган перерастет нечто больше, чем Харви, тогда, да, под угрозой будут уже показатели не переработки нефти, а нефтедобычи. И если мы будем говорить о снижении объема производства, то тогда это традиционный фактор поддержки, в принципе, для бренда и для WTI. Но пока это только лишь фундамент, к которому мы не можем вернуться в плане обсуждения, но не сейчас. Сейчас у этой идеи нет должного подтверждения, потому что этот ураган еще в настолько, скажем, незначительной фазе в плане своих губительных последствий, что о нем даже не стоит и говорить. Чтобы далеко не отходить от нефтянки, у нас были с вами надежды, то, что уже и прошлые значения по запасам от американского института нефти и от, собственно, Министерства энергетики уже тогда, на прошлой неделе, будут сигнализировать о том, что запасы растут. Ну, запасы нефти растут, запасы бензина снижаются, потому что речь идет о нефтепереработке. Но, к сожалению, друзья, мы не получили пока что подтверждения этого. Запасы нефти снизились на 5,6. Это по данным администрации аналитической информации, запасы нефти по официальным данным от Минэнерго США снизились на 5,4 миллиона, в то время как аналитики, которые были опрошены в Global Clubs, прогнозировали то, что запасы, если и снизятся, то всего лишь на 1,5 миллиона. Первый вывод, который мы с вами сделали, это данные пока не отражают действительных последствий урагана Харви. Но уже тогда было сделано параллельное заявление от ряда влиятельных экспертов мнения на рынке, которые оценивают ситуацию на товарном рынке, в том числе и на рынке нефти, то, что картина изменится уже во время публикации следующего отчета, который мы с вами ждем в эту среду. Если она изменится, друзья, значит, запасы будут расти, собственно, запасы нефти. Здесь нужно разграничивать, а запасы бензина будут снижаться. А два у нас потенциальных усиливающих друг друга фактора, которые способны единообразно оказать давление на котировки нефти. Собственно, будем ждать, чтобы это давление было реализовано. Дальше по отчетам. Доллар у нас укреплялся на протяжении практически всей прошлой недели, ну, за исключением последних торговых сессий, когда, особенно последних торговых сессий, когда речь снова зашла о геополитических рисках и о разочаровании от отчета по Non-Farm Payrolls. Но к отчету по Non-Farm мы с вами готовились и подошли заряженным, собственно, целым блоком сильнейших отчетов. Экономический рост максимальный с, по-моему, первого квартала 2015 года, 3%. Положительная динамика была зафиксирована и в отношении американского рынка труда по версии ADP. Количество новых рабочих мест 237 тысяч, это гораздо лучше ожидания прошлой оценки, плюс ко всему. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением со 178 тысяч до 201 тысячи. Параллельно еще и вышел отчет по индексу расходов на личное потребление. Там динамика 0,9%, она хоть и без изменений, но настолько хорошем значении, что позволило нам спекулировать даже о том, что 3% по экономическому росту – это еще не предел, который удастся показать американской экономике до конца 2017 года. Есть еще полгода, по сути, чуть меньше, правда, и есть ожидание того, что экономика США вырастет больше, чем на 3,3%. Это, может быть, даже сверхоптимистичное ожидание, но почему бы и нет, если уже есть такие хорошие показатели. Доллар японская иена, собственно, на этом фоне достигла отметки 110.50, создав хороший импульс для дальнейшего роста. Я был уже ждал пару выше 111, собственно, европейский уровень начал активно снижаться с отметки 1.2050, мы улетели в район 1.1880. Фунт также остался на отметке 1.29. Рисковые активы, которые также являются более активными для анализы, которые мы проводим в австралийце, новозеландец, потеряли
по фигуре. И мы сосредоточились на данных, которые, собственно, выпали еще на четверг, то есть до выхода от данных и статистики по non-farm payrolls. Это личные доходы, личные расходы по штатам, личные расходы на 0,3%, рост 0,2%, личные доходы 0,4% с нуля. Друзья, я не просто так делаю акцент на все эти отчеты, я очень хочу, чтобы вы сами сделали вывод о том, что все эти релизы полностью перекрывают тот негатив, который мы получили по недостаточному приросту количества новых рабочих мест из отчета non-farm payrolls. И не хочется разжевывать все вот эти, на мой взгляд, очевидные моменты и выводы, которые нужно делать по факту этих релизов. Но все-таки я настоятельно рекомендую вам ни в коем случае не игнорировать такую мощную фундаментальную картину. Нужно разделить, опять же, фундамент, с которым мы работаем, на статистику, которая будет влиять на решение ФРС по росту процентных ставок, на ожидания реформ Трампа, которые тоже способны усилить первый фактор поддержки, связанный со статистикой, и совершенно особняком стоящий фундамент, который не имеет ничего общего к бодрости и силе американца. Он может только ухудшать картину. Это геополитические риски. И про эти риски вы все прекрасно знаете, потому что я делаю на них акцент, когда они присутствуют на рынке каждый раз. Сегодня уделил, мне кажется, не меньше 10 минут, чтобы рассказать вам про те трудности, которые сейчас могут замаячить перед американской экономикой. Опять же, исходя из повышения лимита государственного долга, это прогнозы, которые были сделаны S&P, вы помните, по последствиям разрастания кризиса, который будет еще более губительным, чем кризис 2008 года, начатый с краха Lehman Brothers. Но это все лишь, скажем, риски, о которых интересно говорить, потому что интересно говорить о интересных событиях, простите за такую тавтологию. Но это лишь мульки страхового формата, которые влияют на динамику активов в краткосроке и очень быстро сходят на нет. Я не думаю, что, опять же, администрация Трампа допустит приостановку правительства. Я не думаю, что администрация Трампа допустит дефолт. Чтобы этого не случилось, нужно, чтобы до конца этого месяца было решение по очень великому государственному долгу. А плюс ко всему, я все-таки верю в то, что Трамп радея за свое положение и за то, что многие уже стали сомневаться, то, что человек, все-таки должен пролоббировать идею роста, точнее, идею реализации тех реформ, которые он обещал. Это снижение налогового бремени, как для физических лиц, собственно, так же, как и для корпораций. Но особенно нас интересует корпоративный сектор, потому что именно налоговые реформы считают в качестве основной для того, чтобы простимулировать еще больше экономического восстановления в Штатах. И есть, как я уже отметил, вот эти геополитические риски, которые полностью сейчас смещают на себя, как одеяло человека, который замерзнул, Северной Кореи, которая провоцирует вот общественность, этот всеобщий резонанс в средствах массовой информации. И уже сколько было и заседаний ООН, которые были посвящены, собственно, вопросу глобальной экономической безопасности. И все равно, несмотря на давление, которое оказывается на Северной Корее, ну, конечно же, не в выраженной форме, а просто, скажем, словесного формата, пока что Северная Корея у себя, скажем, себе на уме, Северная Корея гнет свою позицию и почему-то хотят доказать всему миру, в данном случае, мне кажется, именно так и нужно воспринимать, то, что это государство, которое готово к конфронтации в любой момент. Не хотят они, собственно, прекращать и испытания ракет баллистических, и уже дело дошло до ядерных испытаний. Хорошо, что рынок не так реагирует, наверное, на это, как мог. Сейчас мы видим реакцию, больше, скажем, похожую на реакцию на очередной пуск баллистической ракеты. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это заставляет нас задуматься, а не будет ли реакция еще более серьезной в плане негатива для доллара, не окрепнет ли японская валюта, скажем, в предстоящие часы торговой сессии еще там на 300-400. Все может быть, друзья, но я все-таки рассчитываю и ставлю на здравомыслие Северной Кореи. И они знают, где вот этот порог, который переходить нельзя, где вот этот уровень, когда
все еще обсуждают лишь какую-то угрозу, которая идет, и ничего более. И порог, за которым заканчиваются вот эти разговоры, поднимаются вопросы о каких-то превентивных мерах и решительности в адрес данного государства. Этот порог, на мой взгляд, абсолютно очевиден Северной Кореей, и мы тоже должны считаться с этим. Поэтому, отыгрывая эти новости, мы должны руководствоваться фактом краткосрочного влияния на то, что происходит на рынке. И не забывать о том, что долгосрочная картина, она тянется в тех самых стимулах и катализаторах для роста доллара, которые должны все-таки проявиться. И вот, собственно, переходя уже к пятнице, здесь стоит сделать акцент на, конечно же, данные по рынку труда, количество новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора. Как вы помните, 156 тысяч с прошлого 189 тысяч, уровень безработицы 4,4% с 4,3%. Больше всего разочаровало трейдеров это динамика роста заработных плат, потому что 0,1% в месячном выражении, это, конечно же, не 0,3%, как это было месяцем ранее. Это то, что может стать, скажем, тормозом для потребительской активности, но это тоже пока еще не факт, потому что потребительская активность все равно остается на довольно высоком уровне, об этом свидетельствуют последние данные по экономическому восстановлению. Поэтому я советую пока не списывать со счетов улучшение ситуации с заработными платами, и, соответственно, ростом доходов домохозяйств. Розница тащит экономику, мы видим высокие показатели капиталовложений, собственно, компанию в экономику, и мы видим, как все это выливается и в очень сильные показатели по производственной активности, которая, на мой взгляд, и стала компенсирующим фактором, как я уже отметил, слабых данных по non-farm payrolls. Почему компенсирующим? Потому что по версии ISM производственная активность достигла 58,8. Это максимальный рост за последние 6 лет. С такой рекордной, скажем, с таким рекордным временным интервалом нужно считаться, это то, что, скажем, предпосылки для этого были уже. Мы на протяжении многих месяцев говорили об очень сильных показателях ISM, не только в производственном секторе, но и в сфере услуг, которые являются более влиятельными на экономическое восстановление. И все это, в конечном счете, до сих пор, несмотря ни на что, позволяет нам покупать доллар и говорить о том, что американская валюта должна стоить больше, чем стоит сейчас, потому что для этого есть все условиям. И когда мы увидим доллар более дорогим, ну вы сами прекрасно знаете, когда ФРС начнет сокращать баланс и повышать процентные ставки, когда у нас больше не будет необходимости ссылаться на Северную Корею как главного возмутителя спокойствия на глобальных площадках. Так, друзья, это что касается событий прошлой недели, давайте посмотрим, что у нас впереди завтра. Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке в 7.30 по московскому времени, то есть на брифинге в 9.30 мы уже поговорим про это решение, поговорим про сопроводительное заявление, но в целом 1,5% ставка как была, так и останется. От сопроводительного заявления я не ожидаю ничего, кроме как еще одного анонса и подтверждение целесообразности сохранения мягкой экономической политики. Реакция может быть двойственной. Австралиец может забраться и снова к отметке 1, точнее 0,8. Но, как вы помните, это тот самый уровень, когда австралийцам нужно продавать фактически на все средства, которые есть. Это сделка, которая уже в этом году не раз помогла заработать нам, потому что отбой от этого уровня проходил много раз, и каждый раз, когда начинает маячить уже сопротивление 0,8, сам Резервный банк Австралии указывает на крайне высокий обменный курс. Это как с парой евро с лиси в далеком, по-моему, 2014 году с привязкой 1,12, которая действовала по франку. Вы про это не забывайте. Точно такой же незыблемый, скажем, может быть, неподтвержденный, но, на мой взгляд, очевидный уровень неприступности – это 0,8. И возможности торговли от этого рубежа, от этого сопротивления игнорировать также не стоит. Находки нужно использовать все. Индекс деловой активности в сфере услуг по Англии – это куда более стоящий релиз, чем активность в производственном секторе и строительстве. Первые два по вкладу в экономику меньше 10%, лучше сказать меньше 15%, при 85% приходится на сферу услуг. Вот этот отчет на рынок окажет влияние и, соответственно, на фунт тоже. Если статистика будет очень хорошей, но здесь нужно будет признать это факт того, что фунт вырастет. Но вряд ли этой статистике удастся, опять же,
долгосрочно бороть негатив от пересмотренных показателей экономического роста, ожиданий роста инфляции и политических рисков. Если статистика выйдет хуже ожиданий, то у нас будет еще одна причина, почему фунт должен снижаться. И надеюсь, то, что в этот момент мы будем держаться ниже планки 1.30, чтобы оказаться еще ниже этого рубежа и, собственно, снова ставить на уровень 1.28. Дальше идем. В среду статистики будет еще больше. Как вы видите, отчетов много. Я предлагаю выделить два. Это активность ISM в сфере услуг по США и решение Банка Канады по процентной ставке. Посмотрите, по сфере услуг ожидается серьезный прирост. Если в прошлую пятницу только производственный сектор ISM смог пересилить весь негатив от слабых non-farm payrolls, то в этот раз я позволю себе сделать заявление о том, что если все-таки геополитика не приобретет новый, скажем, негативный окрас по факту дополнительных новостей, то активность в сфере услуг ISM по штатам легко сможет нивелировать все то снижение доллара, которое он вынужденно сейчас демонстрирует. Поэтому надежды есть на рост доллара, и я возлагаю эти надежды с очень хорошим отчетом по ISM. Что касается решения Банка Канады по ставке, здесь чрезмерное ожидание того, что Банк Канады снова ее повысит. И с 0,75%, как это было в прошлый раз. Но, друзья, в прошлый раз, когда Банк Канады повысил ставку, не было проблем с инфляцией. Сейчас индекс потребительских цен ниже целевого значения. И, напротив, есть даже предпосылки того, что он продолжит снижаться. Параллельно с этим я предлагаю все-таки поработать еще с ожиданиями. Они хоть и выше сейчас того уровня, который был вот до выхода последнего отчета по ВВП, но все равно не перевалили еще за 50%. То есть это сигнал того, что рынок может обломаться, в прямом смысле, особенно те, кто делает ставку на то, что пара USD-CAD по факту публикации решения по решению от Банка Канады сможет повести в район 1.20. Я придерживаюсь другой позиции, считаю то, что Банк Канады в ходе своего заявления и пресс-конференции, которая состоится после этого, намекнет то, что повышение процентной ставки произойдет позже в этом году, я думаю, что не раньше, даже в декабре, и это станет разочарованием для рынка и, соответственно, позволит паре USD-CAD оказаться выше снова отметки 1.25. И не забывайте, что до решения Банка Канады за час у нас будет активность в сфере услуг США. То есть здесь, сопоставляя с ожиданиями роста доллара, вот еще одна причина, почему пара USD-CAD может закрыть всю неделю гораздо, гораздо выше текущих значений. А в четверг все внимание будет приковано уже к Европейскому центральному банку. Я думаю, что сейчас не будем останавливаться на ожиданиях. Это еще один повод посетить наши брифинги, на которых мы, безусловно, продолжим обсуждать ожидания по изменению монетарной политики. Что завтра, что в среду, что и в четверг, потому что в четверг мы с вами встретимся, как и всегда, а в 9.30 по московскому времени, еще до того, как будет заседать Европейский центральный банк. Еще раз взвесим все за и против и посмотрим, правильно ли был наш настрой, то, что Европейский центральный банк подтвердит прежнюю мягкую экономическую политику. Ну и, конечно же, в пятницу еще из отчетов, это классика по нефтянке, Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов, по Канаде это уровень безработицы, доля рабочей силы в общей численности населения. Соответственно, пока что трудно мне сказать, насколько хорошую мы увидим, сможем увидеть статистику или напротив, насколько плохую. Но я думаю, что в целом даже рынок труда будет таким закрепляющим, опять же, фундаментом и реакции трейдеров на то, что произойдет по реакции на решение по процентной ставке. Вот пятница для канадского доллара, скорее всего, будет лишь резонансом, а не отыгрыванием статистики по рынку труда. Потому что решение Банка Канады, которое будет подкреплено соответствующими заявлениями, оно уже и даст нам представление о том, будет ли канадский регулятор опираться на фундаментальные отчеты. Если да, то будем ждать повышения ставки в декабре. Если нет, то Банк Канады повременит, собственно, с этим изменением, может быть, даже до 2018 года. Ну и по Англии это промышленное производство, прогноз по инфляции, важная статистика. Но опять же, вся эта статистика, она может лишь только усугубить ситуацию с фунтом и с перспективами экономического роста. Поэтому какой бы отчет у нас не маячил впереди, я советую искать любой статистики,
лишь разочарование и причину, по которой нужно продавать британца. Ну и, друзья, наши целевые ориентиры на неделю по основным валютным парам. Сейчас вы их видите на своих экранах. Собственно, если есть вопросы, можете задавать их в рубрику «Общий чат», либо «Вопросы», так же, как отдельная рубрика. Если вопросов нет, они могут появиться дальше на неделе. У вас есть возможность писать их и задавать на нашем канале на YouTube. Но если вы еще не подписались на него, сделайте, потому что будете в курсе всех основных событий, новостей. И если не затруднит, конечно же, огромное всем спасибо, кто это делает, и спасибо, кто будет делать. Это большое спасибо за ваши лайки, большие пальцы, которые вы ставите. Все больше и больше. Приятно осознавать то, что вы черпаете что-то интересное из нашего видеоконтента, что-то, что помогает вам принимать определенные решения, не свято на них полагаться, потому что это неправильно, мнение должно быть у каждого свое. В любом случае, это лишь дополнительная информация к размышлению, которую, уверен, вы используете как надо. По вопросам. По поводу индикатора Commitments of Trades, да, мы продолжим, ну, в частности, я, следить за этим отчетом. Сегодня на брифинге я тоже касался, в принципе, его и на основании показателей, которые датируются прошлой пятницы, со ссылкой еще на вторник, поскольку информация недельной давности. Мы, собственно, сегодня заключили контракты, которые предполагали рост европейца, снижение доллара и, собственно, снижение британской валюты. Да, к сожалению, нету уровней по take profit и stop loss, но в данном случае не к сожалению. Я лишь еще раз делаю акцент на то, что это эксперимент, друзья, который направлен на то, чтобы понять, стоит ли эта торговая система, чтобы прислушиваться к ней. Лично как мне рассказывали о ее результатах, она может позволить заработать не меньше, чем 300-500 пунктов за месяц. Но судя то, что мы за неделю с вами потеряли больше 250 пунктов, я считаю, что не такие уж это уж и оптимистичные ожидания. Скорее всего, стратегия может даже оказаться нерабочей. Лично я торгую, разумеется, по этим контрактам и хочу выжать по максимуму всех сделок, поскольку не хочется давать повод, опять же, тем, кто меня вдохновил этой стратегии, после оправдаться тем, что якобы мы, ну, в данном случае я, не дождались хорошего уровня по коррекции, либо по росту. Поэтому я все-таки ловлю все движения, которые проходят в рамках торговых дней, и, соответственно, делаю выводы о результатах, которые показаны в рамках сегодня. На текущий момент результаты не обнадеживают. Единственное, что может лишь сейчас, скажем, с натяжкой быть все-таки оправдывающим моментом, это то, что основной убыток пришелся на доллар канадца. И да, действительно, эта пара показала очень мощное снижение, к которому лично я был не готов, даже если закрыть глаза на ситуацию с Commitments of Trades. Потому что я не думал, что канадец может получить такую мощную поддержку только лишь от одного отчета по экономическому росту. Больше 250 пунктов, даже уже три фигуры можно, но за две торговые сессии это перебор. Но канадец уже не раз, в принципе, заставлял нас оказаться в такой ситуации. Лично мне не хочется смириться с тем фактом, что на канадце очень трудно заработать. Сейчас я вот, несмотря на все убытки, пытаюсь хоть как-то отыграться на нем, продолжая ставить на его неизбежное ослабление. Граля, конечно же, не ждем, но для краткосрочных рекомендаций, я думаю, что хоть что-то в плане дополнительного подспорья будет не лишним. В данном случае я сослался на отчет Commitments of Trades. Посмотрим, может быть, дальше получится больше ссылаться на технику, которую я сейчас активно анализирую. Надеюсь, что в ближайшие, скажем, недели будут уже и конкретные краткосрочные рекомендации, основываясь на важных и известных для всех технических индикаторах. Николай, большое спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, что какие-то из них мне удалось раскрыть. Если нет, то особо зла не держите. Если вопросы появятся позже на этой неделе, собственно, как и всегда, задавайте их на канале на YouTube. Присоединяюсь к вашим обсуждениям, дискуссиям и стараюсь, чтобы ни один вопрос не оставался без вопроса. На этом все. Хорошей вам торговой сессии, хорошей вам недели. Увидимся
Завтра в 9:30 на брифинге. Те, кто не может присутствовать в прямом эфире, не забывайте, у вас есть возможность всегда просматривать запись, которая также доступна на канале на YouTube. Но для этого нужно подписаться на канал, чтобы всегда получать уведомления о том, что контент добавлен. С вас только одно – это одобрение нашего творчества, скажем, всего аналитического департамента Amarket CI и лайки, о которых я, собственно, уже говорил. Всего доброго, до свидания.